Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как продолжается дачная амнистия? Что нового появляется в законах, которые затрагивают огородников? И как решаются проблемы садово-дачных товариществ? В нашей студии председатель Союза садоводов Самарской области Владимир Алексашкин. И ваши вопросы мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Добрый вечер. Дачную амнистию на федеральном уровне продлили? А вот что касается региональной дачной амнистии, что она из себя представляет и вообще какие итоги уже можно подводить? Какие самые важные моменты в ней вы хотели бы выделить? Ну, самый главный момент, я хотел бы выделить то, что закон Самарской области о земле, который подразумевал упрощение процедуры оформления земельных участков для дачников, он в настоящее время действует, то есть никаких изменений в закон не вносилось, что позволяет дачникам нашим оформлять садоудачные участки независимо от каких-либо сроков. Mm -hmm. Срок, который был установлен для подачи внешних границ садоудачных товариществ, он был установлен э, в связи с изменениями в этот внесенный закон 1 июля 2014 года. Все садоудачные товарищества нашего города, 103 их э, mm -hmm. садоудачных товарищества они подали данный план схемы. И сейчас, в настоящее время, ведется работа по их согласованию, по устранению замечаний, которые выявлены были в ходе выездных комиссий в результате осмотров этих товариществ, по соблюдению земельного законодательства, по соблюдению установленных границ. То есть эти все нарушения и замечания были письменно уже председатели всех садоводческих товариществ получили на данный момент эти акты. И, то есть, сейчас ждем устранения этих недостатков. В настоящее время, в связи с изменениями в закон, все полномочия по распоряжению земельными участками переданы в ведение городской администрации. Mm -hmm. Приказом главы администрации городского округа Самара данная обязанность возложена на департамент строительства и архитектуры и, стро... департамент строительства и архитектуры городского округа. Понятно. В последнее время появился такой термин оборотная сторона дачной амнистии, то есть вот. Есть положительные стороны, а есть стороны, которыми вот мошенники могут воспользоваться, еще какие-то вот нечистые на руку люди. Вот о чем нужно помнить в этом отношении? На что сожалению... обращать внимание? Да, к сожалению, да, вокруг э, вопросов оформления земельных участков, вок... э, вокруг э, оборота э, садово-дачных участков всегда э, крутились не совсем э, как бы порядочные У -у -у. честные люди. К сожалению... Э, такие факты и имеют место, когда обманывают, завышают цены или же наоборот занижают цены искусственно садоводачных участков. Это прежде всего используется в целях наживы, когда человек не знает реальной стоимости земельных участков. А какой совет вы можете дать, вот, чтобы не, не попасть на эту Ну, Чтобы уличку, не чтобы... попасть в просак, конечно, внимательнее относиться к тем людям, которые приходят. Здесь прежде всего обращаться и к председателям своих садоводачных товариществ. Если какие-то Хотите получить дополнительные консультации или разъяснения, пожалуйста, можете к нам обратиться угу. по телефону 202 9717 То есть мы сможем рассказать, как. У вас есть юристы, у вас да, один да, юрист есть или ю... несколько? Несколько юристов, несколько? которые. Да. Все услуги оказываются это бесплатно. То угу. есть в любое время можно записаться к нам на прием и получить консультацию. И здесь, конечно, мы стараемся от Таких фактов, конечно, пресечь. Понятно. В прошлый раз, когда вы приходили к нам в эфир, вы обозначили такую проблему: что будут затронуты территории дачных массивов, которые подпадают под строительство объектов к чемпионату мира в 2018 году. Скажите, сегодня она как до сих пор актуальна? Как решаются да, эти вопросы? Какие это актуально? массивы? Здесь можно выделить массивы, которые идут у нас под строительство непосредственно объектов чемпионата мира? То есть здесь у нас массивы студенного оврага попадают, и строительство проспекта Карла Маркса от э, Ракитовского шоссе и на выезд из города. Здесь mm -hmm. уже попадают э, массивы, которые находятся на территории Кировского района. Но они в цивилизованном порядке сейчас решаются эти да, вопросы. Да, в цивилизованном да, порядке. Потому что, э, потому что, конечно, если дачнику скажут, что вот теперь у вас дачи не будет, <с да, <с практически мы, в центре да. города, то это, конечно, удар. Мы, конечно, здесь организовали встречи председателей садов дачных товариществ с представителями, с руководством Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Выезжали с руководством этих министерств непосредственно дачные массивы с тем, чтобы датчики могли сами задать эти вопросы. Если потребуется необходимость э, и как бы дальнейшей непосредственно встречи, mm -hmm. живого общения с руководителями, с представителями э, заинтересованных министерств и ведомств, то мы готовы организовать э, приезд на дачные массивы, организовать подобные встречи. Mm -hmm. Ну сегодня, может быть, не сегодня, а вообще вот в пос э, весенний вот этот сезон активизируются и покупки и продажи дачных участков земельных и дач и строений. Вот дачи, которые в черте города, какие у них плюсы? И, может быть, даже есть минусы, вот если человек задумывается о покупке такой дачи, на что ему нужно все-таки обратить внимание? Но здесь несколько особенностей я хотел бы выделить. Да, во-первых, что касаемо стоимости самого земельного участка. Естественно, земля в городской черте, она пользуется более повышенным спросом, чем на землях сельских населенных mm -hmm. пунктов. Что касаемо земельного налога это то же самое и поскольку с кадастровой стоимость выше то и надо принимать во внимание что и платить стоимость больше да, нужно, платить будет. больше придется земельный налог также стоимость и оказание услуг и за потребление электричества mm -hmm. То есть уже по городским тарифам Более. приходится платить не как сельхозпроизводителям, угу. а непосредственно как городским потребителям. Да. Но стартовали дачные перевозки это проблемная такая тема. Из года в год она переходит. И люди все равно находят, несмотря на то, что вроде бы количество автобусов увеличится, и маршрутов, и так далее, какие-то существуют проблемы. Как в этом году они стартовали? К вам уже обращались с какими-то да, вот да, пожеланиями, правда, да, и как они могут решить? Конечно, вот одно из основных пожеланий от дачников прозвучало, сейчас мы э, отрабатываем это с городской администрацией, о возможности или невозможности э, принятия таких мер, это что касаемо э, сезонных проездных билетов. Mm -hmm. То есть проездные билеты установлены на календарный месяц. И а человек, раньше, как было? Э, то есть человек всегда пользовался, э, то ли один раз ездил, uh -huh. то ли двадцать -а, раз ездил, понятно. и в силу того, что как бы месяц истек, uh -huh. то они сгорают. Естественно, при, человеку приходится приобретать э, абонемент уже на следующий месяц. А какой выход может быть из этой Но ситуации? Но здесь как бы мы хотим, э, и сейчас э, как бы мы работаем над тем, чтобы сделать экономическое обоснование. И вообще целесообразности введения сезонного проездного, так называемого билета да. дачного. То есть, чтобы на дачный сезон, угу. поскольку у нас дачный сезон начинается в, в конце апреля, да, 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 в определенный период и заканчивается угу. фиксированный период, то мы хотим сделать единый билет на весь дачный сезон. Конечно, здесь транспортники менее заинтересованы в том, чтобы внедрить этот сезонный билет. Но мы стараемся все-таки защитить интересы наших дачников, прежде всего. Да, то, что вы будете теперь сотрудничать тесно с департаментом транспорта, вот они Какие проблемы, кроме вот вот этих сезонок, смогут еще помочь ну, решить? Ну, конечно, здесь много очень вопросов по оборудованию остановочных да. и разворотных пунктов. Да. То есть многим датчикам приходится идти по несколько километров, добираться да. до своих дачных участков. Но здесь, опять же, требования установлены не только департаментом, они установлены государственными стандартами для разворотных площадок по да. оборудованию э, остановочных пунктов, и они единые для всех, поэтому не только департамент Принимает решение, потому что выезжает комиссия, и здесь представители гбд ГИБДД угу. и департамента, и председатели садов дачных объединений. Но эти стандарты установлены, и никто, никакой чиновник, не в силах их изменить. То есть, на, в любом случае, приходится эти стандарты соблюдать. Да. А вот, допустим, если нужны какие-то суммы на те же остановочные павильоны. Вот жалуются, что вот хоть стой вот и хоть садись вот на дороге и сиди вот бабушки там ждут, когда автобус. Вот это как можно решить? Вот где вы можете финансы взять, чтобы вот решить вот эту проблему? Ну не взять, а организовать вот эту ситуацию. Ну, мы здесь э, хотели данный вопрос решить в рамках. Под, 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 программы поддержки удачных объединений на 2014-2016 годы рассчитаны. Это областная? Это областная наша программа. Она предусматривала компенсацию части затрат понесенных садоудачными uh -huh. объединениями и в том числе на часть предусматривалась на, на транспортную инфраструктуру. Но, к сожалению, в силу экономической ситуации, сложившейся в последнее время в нашей стране, действие этой программы пока приостановлено на неопределенный срок. Но думаю, э, все-таки и губернатор Самарской области, и правительство Самарской области все-таки пойдет навстречу дачникам, и мы начнем реализацию, реализацию ага. этой программы в этом году. А вообще у вас есть какие-то предложения и инициативы, с которыми вы выходите вот в Губернскую Думу, например, чтобы вот все эти вопросы продвигать? Потому что... Да, сейчас как раз-таки у нас <Rescue> стал вопрос... Чтобы уже по закону все это шло, и никто не мог уже вот как-то э -э -э от этого отвертеться. Ну да, к сожалению, у нас много препонов как правовых организационных. Вот сейчас мы совместно с администрацией губернатора Самарской области отрабатываем вопросом и дадим, наверное, заключение. И все-таки мы вышли с ходатайством о том, чтобы продлить срок дачной амнистии, который, но ну, не сам срок действия дачной амнистии, а срок подачи документов и срок образования юридического лица как садов, садоводческого товарищества, поскольку установлено, что Садово-дачное товарищество должно быть образован до 1 января 2010 года, и это отправная точка для того, чтобы у нас около десятка садово-дачных товарищ по городскому округу Самара не попали под действие да, закона Самарской области о земле. Поэтому мы сейчас э, хотим э, совместно с администрацией губернатора Самарской области э, Отработать этот вопрос и выступить с законодательной инициативой о том, чтобы внести изменения в закон. Чтобы все-таки садоудачные товарищества, которые не могли своевременно переоформиться, угу. или же прошли перерегистрацию, которая не позволяла установить дату образования садоудачных товарищей в 40-х-50-х годах. Но они были образованы как вновь юридические лица, хотя на той же базе, с теми же людьми, на той же территории, но к сожалению были образованы как вновь юридические лица и не попадали под действие данного закона Самарской области земли. Я хочу обратиться к телезрителям. Наш телефон 202-1122. Если у вас есть дачные вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Председателю Союза садоводов Самарской области он обязательно на них ответит. Но вопросы зонирования оформление, легализации да, вот земельных участков, они тоже, наверное, на первом месте в рейтинге да, проблемных. И вот хотелось бы, знаете, что узнать? Если в, в товариществе, кроме вот основных таких земель, захватываются еще земли лесного фонда, так называемый. Как решаются вопросы вот легализации всего земельного вот этого, земельной этой территории в индивидуальном порядке тех, кто залез на эти территории, или общем? товариществом? Вот как, потому что очень много, как раз вот по лесному фонду всегда возникает вопросов. Да, у нас, к сожалению, много садоводческих товариществ в городском округе, которые попадают в земли лесного фонда. Они в силу решения арбитражного суда Самарской области, оно вступило в законную силу, и леса городского округа переданы в из лесного фонда, в городской администрации. Но работа так и не была доведена до конца. И сегодня в ходе встречи с руководителем Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара. Рубаковым Сергеем Владимировичем, мы тоже обсуждали этот вопрос, как все-таки это как камень преткновения решить. Угу. В качестве пробного варианта мы с Садовым товарищем Волжского района отработали схему по выводу из земель лесного фонда и передаче их территории сельского поселения Воскресенко. Угу. Что касаемо городских наших лесов, пока есть общее понятие, как эту проблему решить, потому что в частном порядке гражданину индивидуально нельзя будет оформить Потому что законодательство прямо и лесной кодекс запрещает приватизацию земель лесного фонда. Но здесь, в данной ситуации, нам, нам все-таки, наверное, проще потому что мы сейчас будем формировать пакет документов, поскольку садоудачный товарищ, получали эти земли не самовольно, не самозахватом, угу. а в результате принятия решения или же городским исполком, угу. или Кубишским областным исполком народных депутатов о создании садоудачных этих товарищей и передаче им земель. И не по вине дачников да. эти земли не были переданы, и не по вине именно администрации. Совета народных угу. депутатов не было, эта работа введена до конца, они а по вине дачников. И поэтому сейчас мы готовим пакет документов для того, чтобы этот вопрос решить в судебном порядке. То есть и мы обозначили общую позицию с руководством департамента строительства и архитектуры городского округа. Я думаю, что <coughs> мы постараемся эту проблему решить. Если у нас создастся правовой прецедент, то, конечно, потом и сами дачники смогут это все дело реализовать в свое право. Угу. К нам поступают первые вопросы. 202 11, 22. Звоните, еще есть время. Кузнецова, так назвалась телезрительница, спрашивает, с пенсионеров берется ли налог на землю. Да, с пенсионеров налог на землю берется. В городском округе он установлен в размере 50% от налога, установлены для всех граждан. То есть 50% льгота имеется у пенсионеров. Кадастровая стоимость берется 0,3% от стоимости кадастрового земельного mm -hmm. участка. 0,3% составляет земельный налог. Да, то есть Поэтому на публичной кадастровой карте пласть, да, угу. можно э, найти свой земельный участок, и там определена кадастровая стоимость данного земельного участка. Поэтому применяйте коэффициент 0,3%, и вот э, у вас будет ставка земельного налога. Угу. Что касается пенсионеров, да, у нас в городском округе Самара 50% да, только оплачивают угу. пенсионеры. А вообще вот вопросы проведения. Вот есть, допустим, товарищество, а там нет ни электроэнергии, ни газа. Кто решает? Этот председатель берет на себя вот эти функции или нет? Или как все это решается? И как, может быть, посоветуйте, как это сделать не так накладно? Потому что у всех разные расценки, даже вот на эти провода да, или там на столбы, на все. Как это сделать вот да, вопросы электроснабжения, водоснабжения, вообще угу. организации быта, организации всего хозяйства, садово-дачного товарища, естественно, решают сами дачники в ходе обсуждения внутри своего коллектива. То есть, на общем собрании все приходно-расходные сметы, то есть, целевые взносы, их размер в, какой порядке, в каком порядке, в какой очередности проводить те или иные работы, на что их направлять, расходы в денежные средства, конечно, решается все на общем собрании коллектива. Поэтому все такие вопросы лучше решать на собрании, коллективно, и большинством голосов принимается решение как по целевым взносам, по их размерам, так и по расходованию. А вообще председатели, они ведут какую-то отчетность и Кому они подконтрольны? Только своим участникам этого товарищества? Да, конечно, председатели члены правления. Потому что расценки же могут быть разные. И люди не обязательно не обязаны кто-то разбираться в расценках на вот и просчитать, насколько это все реально, целесообразно вот такие деньги платить. Для того, чтобы узнать, сколько же установлены сборы, приходно-расходные сметы. На каждом отчетно-выборном собрании формируется смета, которая предусматривает расходы по статьям, определяются размеры целевых взносов, членских взносов, и потом председатель и члены правления отчитываются перед тем собранием, mm -hmm. куда эти расходы израсходованы денежные средства. Также на каждом собрании отчетно-выборными избирается ревизионная комиссия, которая проверяет законность и правильность расходов денежных средств. Да, вот когда мы говорим про председателей советов многоквартирных домов, да, вот очень много жалоб, что проводится собрание, а жителей не соберешь, хотя вот все вот они вот в одном месте живут. А такие проблемы вот в дачных товарищах возникают? Про проблемы есть. Проблемы есть, особенно они актуальны для больших садоудачных дачных mm -hmm. товариществ, которые у нас есть и по 800, и по 1000, по 3000 человек в одном садово-дачном товариществе. Там тогда в основном собирается э, собрание. Нет. Нет, не актив, а собрание уполномоченных, так mm. называемых. Это собрание уполномоченных э, проводится то же самое, как и общее собрание, просто уставом и самой организации, самим дачным товарищем определяется, от какого количества избирается и на какой срок э, mm. э, тот или иной уполномоченный. И уполномоченный представляет интересы тех людей, которых он представляет. Угу. То есть где-то 10, где-то от 15 ну, человек идет Такая один схема более да. упрощенная. А следующий вопрос, Александр Федорович, интересуется, будет ли освещение в Зеленой роще, мы деньги сдали уже второй раз. Вот как-то тоже, вот два раза ну, люди сдают деньги, а освещения нет. Как да, в Зеленой роще я был там в прошлом году, в этом году еще не был. Там активно велась работа по как раз освещению, были закуплены столбы. То есть там и председатель садоудачного товарищества вместе с активом, вместе с правлением активно они занимались этой работой. К сожалению, я сейчас не готов прокомментировать, как на сегодняшний день обстоит ситуация. Я думаю, что ну, в ближайшее время я готов буду выехать. Если что, вы можете со мной связаться вот, по телефону 202 9717 17, и мы можем там встретиться. Если какие-то есть вопросы, это прямо на территории mm -hmm. вашего сада удачного товарища. Да, еще есть такая проблема брошенных дачных участков. Вот на ком она негативно сказывается? Почему это стало проблемой и как она может разрешиться в ближайшее время или вообще? Да, проблема, конечно, брошенных земельных участков, она актуальна как для самого дачного товарищества, поскольку от этого страдают прежде всего, конечно, и дачники, которые испытывают на себе и сорняки, mm -hmm. и то, что не обрабатывается, весь сор летит, и уже те, которые длительное время не используются туда и мусор начинают складывать недобросовестные дачники. Поэтому от этого страдают все. И в то же время, конечно, здесь и городская администрация не дополучает, ни земельный налог не получает. Это вопросы связаны, конечно, и с пожарной безопасностью, с экологической безопасностью. Поэтому сейчас, я думаю, что на следующей неделе я встречусь с руководителем Департамента благоустройства и экологии городского округа Самара для того, чтобы решить вопросы по несанкционированным свалкам, которые ближе и садово-дачных угу. товариществ, и по ликвидации э, тех э, там свалок, которые уже годами накопились. А кто, накопили... кто должен вот платить за это? Это на дачников опять все уйдет или нет? Как, то есть, как, если... как будут решаться эти вопросы? Но эти вопросы, конечно, ложатся на дачников. Если все это свалки, весь этот мусор находится на территории садово-дачных будут, будут собираться деньги. А если они скажут, ну, нас и так устраивает, то ну, так и пусть будет, mm -hmm. да? И не согласятся платить вот лишние, скажут, нет у нас денег. Ну вот это, это? во-первых, обязанность как бы председателей и правления садово-дачного да. товарищества, то есть соблюдать требования и нормы экологической, да. санитарной да. безопасности. Поэтому эта работа возложена на них, они за это да. отвечают за соблюдение установленных норм и требований. Да. Поэтому это не только право, но это еще и обязанность. Конечно, потому что, конечно, нонсенс, когда едешь. За город в хорошую экологическую обстановку приезжаешь к тем же свалкам, и вот среди них вот на природе вот это нужно Ну да, у нас есть садовое товарищество, где напрямую заключены и договора с обслуживающими организациями, где современно вывозится мусор, где поддерживают, установлены чистота и порядок. Но, и, конечно, есть и несанкционированные свалки, и причем не всегда Мы же не можем поймать и найти тех, кто вот сваливает туда этот мусор. Это же не наша вина, даже это не наши вот даже вот участники, члены нашего дачного массива, а какие массива, какие-то проезжающие там, комазы, конечно, они, это как и вот строительный это мусор, да. штрафные какие-то, может быть, санкции вести, Но, или еще что-то для таких же, вот. Здесь если устанавливать виновных лиц. Конечно, надо, прежде всего, и устанавливать, кто конкретно нарушитель, угу. кто совершил данное административное правонарушение, для того, чтобы привлечь к ответственности. Потому что получается, что дачники этого массива будут платить за кого-то, да, кто проехал, выбросил, не знаю откуда. К откуда. сожалению, да. Здесь, конечно, вопросы и этические, да. прежде всего. И, конечно, если каждый дачник, каждый гражданин будет э, не только за собой следить, но еще и за другими, чтобы э, другие тоже как бы, не нарушали, и не мусорили и там, где не надо, то я думаю, что проблема, конечно, решится. Да, ну, здесь, да, вот, в это в общем, же экологическое воспитание. Да, идет вопросы культуры, э, личности, воспитания, это да, это понятно. Следующий вопрос от Лидии Сергеевны. Нашу дачу приватизировали в 2013-м, мне прислали за 2014-й налог на землю 8 тысяч, у нас четыре сотки и дача в черте города, а я ведь пенсионер, ветеран труда, может быть у меня есть льготы? Ну да, я уже отвечал на этот вопрос. То есть, 50 что касается пенсионеров, то uh -huh. установлена ставка в размере 50% от. А земельного вот чтобы налога. вот эти, вот куда нужно обратиться, чтобы вычесть вот эти 50%, это куда идти нужно, вот, ага. леди Сергеевне? Это в налоговую инспекцию, в налоговую инспекцию представляется. Инспекцию. Да. Угу. Это в налоговую инспекцию представляется. Может, налоговые нет данных о том, что пенсионерка. Да. То есть здесь надо пенсионное угу. удостоверение свое принести, паспортные данные и уведомить налоговую инспекцию. Да, потому что у нас некоторые люди думают, я вышел на пенсию, и все. Да, и на следующий сожалению, раз я сожалению, уже да, половину только принесут. Но нужно об этом как-то. Конечно, у нас уведомлять принцип... органы. Конечно. Да, уведомления. Ведь налоговая инспекция в любом случае присылает извещение, По крайней мере, вот и мне тоже приходят такие же извещения. И всегда делается сноска. Что если вы не согласны, пожалуйста, угу. придите в налоговую и уведомить. С чего вы не согласны? Да. С размером? Может, какие-то льготы есть? То есть налоговая, она же не ведет учет этих льгот. Есть или нет, это, конечно, обязанность гражданина доказывать. Следующий вопрос относится тоже к области этики. Вот Сергей сообщает, что его соседка напротив подвинула забор, дорогу сузила, и я теперь не могу загнать на свой дачный участок автомобиль. Как я смогу на нее повлиять? Здесь вопросы нарушения земельного законодательства. Что касается возводимых строений, относится к муниципальному земельному контролю. То есть этим как раз ведает департамент строительства и архитектуры. А что касается нарушения границ земельного участка, это относится к ведению государством земельного надзора. То есть эта служба она находится в ведении Росреестра. В данной ситуации вот мы первые выезды уже осуществили по городскому округу Самара с государственным земельным надзором. То есть тех виновных лиц, которые нарушили земельное законодательство, в отношении них вынесены предписания об устранении этих нарушений, и они привлечены к дисциплинарной ответственности. Вот действия Сергея теперь какие? Он к кому должен идти, чтобы у него там все здесь замерили? Я вот? бы посоветовал обратиться с жалобой на государственный земельный надзор он находится на улице Антонова Овсенко, 44. То есть, где на кольцо советской армии Антонова Овсенко. Государственный земельный надзор, там есть инспектора, которые выезжают по этому факту. Если же вы хотите ускорить и для того, чтобы проконтролировать это, то вы можете обратиться к нам. Как бы мы согласуем с вами дату, время выезда, угу. пригласим государственного земельного инспектора и совместно выйдем и установим факт нарушения. Угу. Следующий вопрос. Рядом с нами брошенная дача, много мусора. Что делать? Вот конкретно, вот как-то вот... С конкретной дачей можно решить вопрос в индивидуальном порядке, с это, рядом, или нет? Же, или как, вот это можно, делать? конечно, решить, но это вопрос я бы адресовал, конечно, председателю садово-дачного mm -hmm. товарищества. Поскольку за соблюдением установленных санитарных, экологических норм внутри садово-дачного товарищества несет ответственность не только председатель, но и все управление садоводческого mm -hmm. товарищества. Поэтому они должны организовать работу, по соблюдению этих норм, по вывозу мусора, по тем, чтобы своевременно выявлять и нарушителей земельного законодательства, как и по mm -hmm. то, что дорогу сузили, и то, что нарушает права других датчиков. Об этом, конечно, они должны сигнализировать. Это внутренняя работа садово-дачного самого товарища. Да, ну так вот послушай, все равно лучше, конечно, договариваться, потому что можно до суда довести дело, да, вот кто-то вот там сузил кому-то дорогу. Ну... Наверное, совет какой-то вот. Ну, договориться. это конечно, что Преду... это житейский воздух. Ну да, предупредить, что вот я буду тут ставить забор, вы проедете, не проедете, померить, как-то вот вместе все решить. А когда это ты, конечно, конечно добрососедские отношения. Да. Тут, конечно, прежде всего угу. зависит и от воспитания человека, от того, что как, насколько он уважительно относится к другим людям. Угу. Это же свидетельствует о том, что насколько да. он уважает И закон. вот таких вопросов, наверное, много, да, вот когда вот межличностные такие вот конфликтные это, ситуации. Это, к с соседей. Есть, И да. какой же тогда отдых по большому счету? Приезжаешь, начинаешь нервы, значит, трепать, что вот у тебя тут, ну, ты не проедешь, не зайдешь, не пройдешь. Потому Здесь, что кто -то конечно, что -то... вопрос тоже, он же правовой, он и этический и правовой. То есть для того, чтобы доказать, что ваши права нарушили. То есть у вас должны быть документы, угу. бесспорно подтверждающие вот, вот ваше важно. право собственности о земле. Угу. Это же касаемо и границ вашей, вашей территории, границ вашего земельного участка. То есть зафиксировать они все, и потом уже... Зафиксировано, они должны быть, если на кадастровом угу. учете, конкретно с точными координатами. К сожалению, у многих они существуют только условные, угу. то есть без определения точной да. границы. И поэтому трудно вам будет доказать, что вас нарушило, ваше право нарушено. Но попытаться можно. Еще один вопрос, Сокс. Массив дачи на протяжении от Московского шоссе в сторону Старосемейкина вдоль постоянно кидают мусор, кучи лежат, несмотря на то, что его убирают тоже постоянно. Нужно собирать штрафы. Общественное движение нужно расширять в одиночку невозможно, и требуется социальная реклама в электричке и в автобусах. Вот. Нервнодушный. Да, я думаю, что это, Гражданин. конечно, правильно, поскольку э, только э, какими-то карательными мерами мы эту проблему не решим. Это вопрос глобальный. Да, это вот начинает от воспитания, от организации уборки. От того, что насколько мы выбираем добросовестных председателей, членов mm -hmm. правления, как они насколько добросовестно исполняют свои обязанности. Кстати, То есть, вот... это целый комплекс mm -hmm. таких mm -hmm. вот да, мер, да, да. которые хоть как-то позволят, я думаю, что решить. Вот этот вопрос, вопрос воспитания: еще раз акцентирую, вот на такое предложение, мне кажется, очень. Социальная реклама. Вот есть действительно везде вот. Говорите в автобусах, электричках, что не мусорьте, тень, там не нарушайте, соблюдайте. Вот, может быть, вы можете вашей общественной организации вот этими вопросами, социальной рекламы заняться? Я думаю, что да. Мы сейчас как раз начали разработку брошюры для садоводов и угу. дачников. Потому что раз... важная информация. Да, угу. мы важную информацию здесь и направлены и на социальную рекламу, угу. и на разъяснение прав да. дачников, угу. какие обязанности, какие Понятно. Права. Ну, Есть. желаю вам удачи и в этом направлении деятельности. Спасибо за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо и вам за внимание активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.